МЧС Почувашии подвело итоги республиканского этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Его цель – рассказать о современных героях, пожарных, спасателях и напомнить еще раз о правилах безопасности. В числе награжденных была юный корреспондент София Никитина. Здравствуйте, меня зовут София Никитина, мне 5 лет. Я веду передачу «Приключения тети Моти и Софии Прекрасной». Голос юной Сони республика впервые услышала в августе прошлого года. Тогда в эфир национального радио вышел первый выпуск «Приключений». С тех пор их набралось более 60. Вести взрослую передачу маленькой ведущей помогает ее мама, редактор радио Галина Никитина. Обо всем мы говорим. Мы ходили и в больницу. Записывали о пользе витаминов. Записывали о том, как нужно ходить в театр, о том, как нужно ходить в музей, о том, как нужно переходить дорогу, о том, как нужно себя вести с незнакомцами. Это очень актуальная тема. Также у нас была тема и безопасный интернет для детей. Ну, сценарий пишу, конечно, я сама, но я ее не принуждаю эти слова говорить. Сценарий я пишу, я подкладываюсь под нее. Такой необычный тандем не остался незамеченным. София стала лучшей в номинации «Чрезвычайный юнкор». В числе других победителей – редактор национального радио Алина Герасимова и журналист ГТРК «Чувашия» Леонид Петров. Награждение состоится в Москве.